Озеро Назафоново благоустроили в прошлом году. Уникально оно благодаря его обитателям – красноухим черепахам. По инициативе местных жителей здесь даже появился островок, где животные могут уединиться и погреться на солнышке. Однако в последнее время черепахи стали объектом жестокого обращения со стороны некоторых посетителей общественного пространства. Это уникальное озеро тем, что в нем обитают большое количество черепах, которые, к сожалению, в последнее время стали фактором, наверное, негативным в части того, что к ним пристальное внимание не только со стороны там, взглядов, но и многие жители пытаются приблизиться к этим черепахам, взять их, что может принести вред как самим черепахам, так и жителям. Во-первых, черепахи – это дикие животные, которые могут укусить человека, а учитывая, что они живут в живой природе, те микроорганизмы, которые там обитают на этих животных, могут принести вред человеку. Также это озеро не предназначено для купания. В ближайшее время будут установлены соответствующие таблички, чтобы жители там уже на подходе к озеру понимали, что здесь купаться запрещено. Местные жители призывают посетителей озера беречь черепах и рассказывать своим детям об ответственном и бережном отношении к животным. Даже нет сил. Ладно, когда смотришь, когда еще там подростки, когда юное поколение, когда мои ровесники, даже более взрослые люди себе позволяют такие вещи. Иду, извините меня, мужчина, даже к которому я обращаюсь на «вы», это, наверное, гуляет с правнуком. И он ему говорит: ты спустись, камешек поменьше, возьми, кинь в нее. Вы представляете, я с ним поругалась. Так, я испортила настроение себе на весь день. Они такие беззащитные, и они абсолютно зависят от нашего к ним отношения. Пожалуйста, не купайтесь здесь, пожалуйста, оберегайте их и учите своих детей к любви и к заботе о природе. Хотелось бы обратиться именно, мне кажется, к молодому больше поколению, потому что именно они как-то жестоко так реагируют на это все. На самом деле это очень благородное существо, и призываем всех сохранить эту красоту, чтобы она в дальнейшем всех радовала и все было хорошо. В процессе благоустройства на озере были установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. Вся информация о недавних случаях вандализма будет направлена в компетентные органы для проведения проверки по факту жестокого обращения с животными. Олег Завьялов, Диана Иванова, новости на Восьмом.